Всем привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала, мои братики и девочки. Я уже выпила целый литр воды. Ой, что-то я с утра... Да нормальная бабенка, куда хошь, господи. Правда ж, девочки? Сейчас, подождите, еще выпью стакан. Я вчера себе поджарила два окунька. Что-то я есть хочу. Так, что я буду завтракать, девочки? Что я сегодня наделала, это вы даже не представляете. Вы думаете, я пиццу приготовила, я ее съела? Короче, все лежит. Я вчера поджарила себе два окунька. Сегодня буду есть по диете. Там кто-то мне пишет: ой, да куда тебе похудеть? Да ты жрешь такими порциями. Ну, вы-то ясный перец по ту сторону экрана, я-то не сомневаюсь. Вы только так понюхали, и все, и уже сытые. А я люблю покушать, я очень люблю пожрать. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Ой, Васечка пришел. Вася мой друг. Вася мой дружбаник. Да, мой дядя. Давай, девочка, покажу питенечка своего. Ой, подожди-ка, гоночка. Скажи девочкам, девочки, здрасте. О, тяжелый. Мой коточек хорошенький. Мы сегодня с ним друзья. Ой, девочки, фу, поцелую его, потом у меня все в волосах. Короче, кто святым воздухом питается, я, конечно, за вас очень рада. Очень. Ну вот уже сюда даже прилетела волосина. Короче, правильно кто-то написал. Когда коты дома, волосы это как приправа. Девочки, сегодня что со мной было? Ой, я не знаю, расшифруйте, может кто-то есть тут у меня экстрасенсы. Ну, потому что как нету? Есть экстрасенсы у меня. Они все знают, они все тебе распишут. И какая ты тетка гадкая. Ну ладно, мы не об этом. Короче, сильно много им внимания кому-то уделять не хочу. Я лучше своих бравеньких, любимых своих буду радовать. Вчера много улетело в банк, но уж извините меня, друзья. Но, наверное, у каждого человека есть свое мнение. Я терпеть гадость на своем канале не буду. Не буду. Поэтому либо не пишите, либо думайте про себя. Но гадость я читать не буду. Я не в том возрасте, чтобы читать какие-то гадкие комментарии. В моей жизни не очень все гладко, чтобы я еще какую-то гниду читала и соглашалась. Понимаете, в чем дело? Так, ладно. Короче, расскажу вам сон. Сон какой-то прям... Ну, я сама себе... Ой, сковородка, между прочим, пахнет рыбой. Хотя я ее мыла и все равно. Не знаю, наверное, кто-то ко мне бьется. Вроде как муж приснился, вроде и не муж. Вот так, чтобы сказать, что я прям увидела мужа, нет. А вроде как он. Вась, отойди, пока я тебе на хвост не наступила. Давай. Хочу творожку сегодня поесть. Творожок на марле, я его просто обожаю. Просто обожаю. Сейчас поджарю тебе сыр адыгейский, свой любимый. Вот. Маленько убавлю огонь. Короче, сон. Сон, какой-то скандал. Какой-то кто-то то ли бил меня, то ли я кого била. Ну, в общем, что-то бьется, ко мне кто-то бьется. Может, сыночек мой родненький, моя любовь всей жизни. Не знаю, девочки. Ой, как я за него переживаю. Другая страна, все другое. Мы тут дома и то разобраться между собой не можем. А что уж говорить, там другая страна. Ой, Господи, помилуй, спаси и сохрани, что называется. Так, сметану купила, славянские традиции. Вроде Белоруссия. Я Белоруссию люблю. В общем, девчонки, проснулась, у меня сердце из груди выскакивает. Вот так вот колотится. Ой, прям...
Прям встала и молитву аж читала. Вот так напугалась. Вот такой сегодня страсть Господня была со мной. Ну и что? Захожу на YouTube ночью. Смотрю, у меня как будто два ролика одинаковых. Вчера которые я мукбанг. Думаю, а как это два? Ничего не пойму. И беру и удаляю смело. Причем нажимаю и удаляю. Захожу снова, а ролика ни одного. Нормально вообще? Ну ладно, девочки, ладно. Не, я лучше о политике не буду. У меня есть свое мнение, пусть оно будет при мне. Вот. Вот такая у меня сегодня вкусная будет еда. Это я выключаю. Творожок, это вкусно. Окунек нажаренный. Хлеб я есть не буду, как мне говорят. Хлеб не ешь. Ничего не ешь, свежим воздухом питайся, в туалет не ходи, как моя мать говорила. Как же она все говорила-то? Ешь вода, ешь вода, пей вода, срать не будешь никогда. Нет, девочки, я к этому разряду не отношусь. Так, сколько ломочков мне съесть? Ой, это ж вкуснятина. Девочки, покупайте сыр адыгейский. И вот так жарьте на сухой сковородке. Это вкусней. Не знаю чего. Не знаю даже, что вкусней. Не знаю. Вчера, да, девочки, я отоварилась. Муа, муа, муа. Вкуснятина. Сейчас Ваське дам. Васе дам. Завтра иду на маникюрчик. На. Сегодня постараюсь купить. Надо снять, а то пережарится. А что ты, Вась, не нравится тебе? Все, давай тогда отсюда. Я вчера не успела домой зайти. А вы говорите замуж. Я вчера не успела домой зайти. Вот этот муж проверил все. Успел укусить. Успел царапнуть. Потом залез на стол. Я не знаю. Это... А вы говорите. Тут не забалуешь. Вот он сядет тебе под ноги. Вот сейчас сидит под ногами. Я должна без конца оглядываться. Так, попробуем творожок. Попробуем творожок. Есть хочу, что-то я сегодня есть хочу. Девочки, пейте воду, будете красивые. Да, на марле я люблю. Ни сахару, ничего не надо. Но я добавлю сюда, как всегда, как будто, как у меня подружка говорит, как будто шоколадом засыпано. Вот и я теперь. Семя льна. И получается вот так, как шоколадом. Скажите, красиво? Красиво, полезно, вкусно. Просто красота. Просто красота. У нас жара, наверное, сегодня жара будет. Я не посмотрела, сколько градусов. Но солнце светит и греет. Я сегодня опять иду в тот район, в Парнас. Опять иду в бассейн, потому что завтра мне уже нельзя. Завтра я уже со стороня поеду. Поеду на маникюр. Муа. 9:30. Не выдерживаю 14 часов. Не выдержу, потому что мне некогда. Мне сейчас надо ролик записать. Мне еще надо... Один обзор, очень вкусный обзор будет, девочки, не пропустите. 30 числа. Там сейчас у меня идет проба. Короче, там будет честный отзыв. Это не реклама, как реклама, а просто честный отзыв. Ой, девочки, я думала, я сметану испачкалась. Ну, в общем, не знаю, что за сон мне приснился, не знаю. Так напугалась.
Я вся мокрая, мне вот так сердце колотится, вот так вот трясется, аж все внутри. Это вообще трындец. Не знаю, что сегодня на себя надеть, чтобы пойти на улицу. Наверное, шорты опять. Люсю, наверное, сегодня ждать не буду. Она пошла на йогу. Она ходит и на йогу, и на все занятия, тоже в разные места. Вот. Ой, какой творог. Девочки, да, на марле он самый дорогой, но он самый вкусный. Кто-то из девчонок спросил, как это на марле. На марле это значит, когда выливают уже готовую вот эту продукцию на марлю и подвешивают. И с марли стекает. А потом складывают в ведра. Угу. Сейчас налью воды. Соберусь. Мне надо купальник поменять. А то я что-то в одном и том же хожу. Ой, как мне вчера понравился тот зал. Та банька. Ой, прям, девчонки, какая ж красота. Кто на Парнасе живет, девчонки, обязательно ходите. Там... Я, может, сегодня, девчонки, вам все сниму. И соляную эту пещеру, или как она называется, соляная комната, или... Я не знаю только, что она дает. Я вам сегодня запишу. Там, значит, 4 бани. Инфракрасная, турецкая, финская. А, ну и комната эта. 3 бани и комната. Там такая мебель стоит, столики стеклянные. Сегодня сниму вам, покажу, если народу мало будет, как вчера. Обязательно сниму. Ну что, девочки, извините, что я жую, мне некогда просто. Что я вам хочу сказать? Я удивляюсь, вот, удивляюсь на народ. Вот перед бассейном прям написано, и свинья нарисованная. Пришел ты в бассейн. Ну иди вот душ, мойся сколько, и мыльно-рыльное тут висит, и все гели висят, бесплатные, мойся, помой свою задницу. Нет, вот пришла девушка с парнем, хорошо, хоть они там не начали сношаться, и то хорошо. Короче, зашла девушка, она не помылась, купальник она надела и пошла в бассейн. Хотела ей сказать, но не хочу скандалить. С другой стороны, зато вся в наколках. Вся наколотая, вот такие ляхи. Вот такая жопа. Тоже не мытая идет бассейн. Ну разве так можно? Ну как вы сами себя не уважаете? Мыться — обязательные условия для бассейна. Обязательные. Ой, девчонки, ну какой вкусный вот этот сыр. Я вчера еще не натерла пармезан. Мне надо натереть пармезанчик и убрать в морозилку. А помните, я вам показывала, как это, девчонки, может, кто-то запомнил? Макароны-то на улице мне дали. Макароны, туда какой-то соус делали, сливки туда входят, какие-то приправы. И, наверное, сыр вот этот пармезан. Ох, как мне это блюдо понравилось. А я поэтому и купила кусманчик себе. Вот так. Ладно, девочки, жизнь продолжается, все хорошо. Будем жить и улыбаться, несмотря ни на что. Правильно? Все правильно. Вот. Вы бы видели, что у меня там в комнате творится. Вот так вот вещи. Потому что я без конца что-то переодеваюсь, без конца что-то куда-то одеваю. А в шкаф же уже это я не вешаю, я же уже одевала их разок. Или надевала, как... Говорю, как говорю. Похрен. Спасибо, девочки, большое. Вам за комментарии, за лайки. Через 3 дня мне 60 лет. Господи, я даже представить не могу.
Вот вам и бабушка. Жила бабушка, жила. Все время хотела эта бабушка, ой, как-то устроить свою жизнь, чтобы все было красиво, чтобы все было нарядно, чтобы всего хватало. А жизнь-то вот и прошла. Потому что все-таки у нас, у славян, все-таки мы такие, что живем на будущее. На будущее у нас все. Мы не живем одним днем, а, наверное, вот это плохо. Вот есть люди, которые, ну, ничего не за душой, не под себя, не за себя. И живут, и не кашляют. А тут же всю жизнь борьба с самим собой, борьба за выживание, борьба за материальные составляющие, борьба с работами. Всю жизнь борьба, всю жизнь. Между прочим, вечером постараюсь не ужинать, но буду делать на своем блендере. Сегодня куплю, может быть, шпинат, сельдерей туда, шпинат, может быть, минеральную воду, ну, в общем, чего-нибудь добавлю, или, может, кефир даже. Кефир, шпинат, яблоко, корицу, чуть-чуть можно имбирь, все туда сложу, перекручу и буду пить вместо ужина. Говорят, что хорошие отвесы, проверим. Да, девочки, мне 10 килограмм надо убирать. А вы пишите, да нормально, да где же нормально, вы что? Я очень толстая. Куда, под 80 килограмм, это же ужас. Нет, девочки, надо с собой бороться. Вся жизнь борьба, а что делать? Вся жизнь борьба. Поэтому мы будем стараться. Я вам хочу сказать... Еще раз рассказать, я рассказывала уже, я как-то 3 дня не ела. Вообще, у меня было соревнование, я тогда работала начальником склада Микояновского, и у меня была мастер. И мы с ней поспорили, кто быстрее похудеет. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Все комплектовщики, грузчики, кто разделились на две группы. Ну, основная масса, конечно, на моей стороне. А как иначе, конечно. Ой, в общем, я не ела. И что я вам хочу сказать? И как только вот, когда я перейду на эту голодовку, я не знаю. Когда в животе пусто, голова больше работает, лучше работает. Зрение улучшается. Это я на себе, на своем примере вам рассказываю. Ну, вот никак не могу себя заставить. Ну, буду, девочки, стараться, буду. Я куплю, наверное, себе, я не помню, как называется, перед колоноскопией выписывают такие пакетики, и ты должен чистить весь кишечник. Я, наверное, куплю вот эти, а на следующий день буду голодать. Потому что, девочки, если вот здесь в кишечнике очень много питания, а мы же поели, куснули, перекуснули, закуснули, вот такое. Поэтому, когда пустой кишечник, худеть гораздо лучше. Ну, в смысле, не худеть, но вот хотите стройнеть, скажу, ладно, а то будете поправлять меня. Когда пустой кишечник, то гораздо легче переносится голодовка. Это я вот знаю не понаслышке. Я тогда, помню, делала и клизмы. Да, надо снова мне проделать эти все экзекуции с клизмами. Я купила себе такую штучку, грелка или как она там называется, не помню. Груша или кто она. Ну вот. И хочу, конечно, поголодать. Это сказала женщина, у которой холодильник забитый. Сейчас я вам покажу, что у меня там лежит. Правда, без подготовки, ну ладно. Сейчас покажу. Девочки, хочу показать вам, что у меня на столе-то стоит. Так, это у меня накрытый аэрогриль. Это, естественно, микроволновка. Это, естественно, ножи. Я вчера, девочки, рыбу готовила, окуня. Думаю, дай-ка я ножницы. Ой, ножницы режут, как будто не плавники я срезаю с окуня, а как будто шелк режу. Вы можете представить?
Вот, это моя любименькая хлебопечечка, мою оберховочку, моя красавица. А это мой любимейший блендер. Сегодня буду делать на нем. Ой, короче, девочки, дома ничего не убрано. Так что холодильник я вам вот показала. Вот живет женщина, одинокая, живет и не кашляет. Пенсионеры живут все так. Я думаю, что все пенсионеры одинаковые. Девочки, не знаю, что показала. Не знаю, то ли два раза включила. Ну, короче, бабка деловая. Спасибо за просмотр. Еще встретимся сегодня. Сегодня я пойду в бассейн. Обязательно вам все покажу. Какая там красота. Все расскажу, покажу. А сейчас я сяду, буду заказывать, наверное, билет. А, кстати, авиабилеты можно заказывать на Озоне. Я не знала. А вчера тыкалась, и там пишет Озон. Думаю, о, это же официальная фирма Озон. В общем, сейчас зайду на Озон, посмотрю. Всем пока-пока, не буду задерживать. Спасибо большое за просмотр, за ваши комментарии. Огромное спасибо. И за лайкосики спасибо.